году. Царский флот шел в осаждённый порт Артур. Дерзкий план и долгий путь, но с нами Бог. Гордо реет флаг вблизи японских берегов. Чьим ногам падёт Китай, рассудит бой. Император лежит царь Николай II. 220 дней в морях, путь опасен и жесток. Курс идет до Балтики, эскадру на Владивосток. Но нет обратного пути.